Всем привет! Хочу показать, что у меня нового произошло в моей оранжерее. И в моей оранжерее опять была перестановка. Уже, казалось бы, уже и нечего, и некуда переставлять, но все равно я свою полку стараюсь перемещать с места на место. И мне так больше нравится, как получилось. Сейчас я вам покажу. Ну вот в этом углу у меня изменений нет. У меня все так же. Здесь водопад мой. Бугенвилия цветет над водопадом. Кстати, такое зрелище прям вообще красиво смотрится. Да, и еще я с бассейна принесла все свои растения домой. То есть у меня сейчас растения добавились. Рыбки у меня все живы-здоровы. Вчера меняла водичку. Вон они плавают, даже немножко подросли. Вот они мои малинезии. Да, купила растения, им подсадила. И они у меня прячутся теперь, вон там, видите, парочка такая. Под листиком. И поменяла немножко у них грунт. То есть купила мелкие такие камешки. И мне, кстати, так даже больше понравилось. Да, и фильтр тут же стоит у меня. У меня вот только единственный вопрос. Если кто-то занимается рыбками, скажите, пожалуйста, вот очень сильно как бы зеленеет вода. Что с этим делать и как с этим бороться? У меня получается, я раз в неделю добавляю чистой воды. Оттуда убираю и добавляю. Вчера я убирала вообще полностью воду. Чистила все камни, мыла. Наводила, в общем, порядок. Но я думаю, наверное, так и бороться и нужно. Больше никак, только мыть. Тем более здесь все открытое и еще ярко светит лампа. Вот, конечно, я его здесь вот филодендроном им немного тень такую создала. Ну, думаю, что может лучше будет. Мой филодендрон, конечно, вообще, он у меня вот недавно выпустил совсем листочек. И там опять вот новый появляется. Ну, вообще красавец, конечно. Ну, красиво, красиво смотрится очень. Здесь я поставила спатифилум, свой сенсацию, тоже поставила. Пусть разрастается, здесь ему света достаточно. Здесь у меня бугенвилия тоже вся на полочке. Смотрите, вот все уже вроде цветные прицветники стала выпускать. Она вся. Вот к Новому году она прям вообще красотка будет. Там плюмбага, как всегда, в цвету, цветет. И здесь бугенвилия тоже, смотрите, такими грозди просто. Вообще обалдеть, красиво. Особенно зимой такое видеть, вообще красота, да и только. А вот в этом углу у меня, конечно, перемены. Здесь у меня стояла раньше полка, а вместо полки теперь у меня тут стоят растения. Такие крупномеры. Здесь у меня пуансетия. Цикас сюда переехал. Ну, там мой фикус стоит. И большая шифлера моя, гигант. Вот видите, она прям туда до потолка. Ой, что-то камера тут. В общем, очень хорошо смотрится. И здесь мурая.
Здесь мои орхидейки. 10 бутонов она, представляете? 10 цветочков распускает. Моя красотка. Вот не получается ее сразу всю заснять. Вот с одной стороны такие цветочки крупные. Вообще красиво. Но это мой гигант Фанбан. Чувствует он себя вообще прекрасно. Ему очень понравилось у меня. Думаю, сейчас к лету-то он вообще огромный будет. Он и так не маленький. Такой, конечно, листья обалдеть красивые какие. Здесь вот такая у меня лягуха сидит, за рыбками наблюдает. Здесь у меня спатифилумы маленькие стоят. Это вот, кстати, спатифилум Пикассо выпустил такой лист большой, смотрите. И лезет еще один. Уже такая здесь варигатность видна, но она не чисто белая. Видите, вот каким пятном. А следующий листик, я думаю, будет красивый уже. И здесь у меня домино спатифилум. Тоже растет. Им, кстати, здесь возле водички очень даже нравится. И меня в комментариях всегда спрашивают, как себя чувствует Мединила. Мединила чувствует себя прекрасно. Сейчас после Нового года буду ее пересаживать в новое кашпо, так как она нарастила такие большие листья. И она даже, знаете, вот переваливается. Я ее просто листиком сейчас там... Она у меня уже два раза падала, представляете? Ну ничего, главное, ни одного листика она не повредила, падая. А корни у нее уже видны из дренажных отверстий горшочка. То есть ее прям надо пересаживать. Ей тоже здесь хорошо. Здесь влажность, она возле водопада. Вот здесь вот возле нижней чаши находится. Даже где-то, может, какие-то капельки до нее долетают. То есть... Вообще прекрасно себя чувствует. И она, конечно, красотка. Ничего не скажешь. Полка у меня сейчас переехала в зал, которая отделяет такой красивой решеткой зону отдыха. И здесь такой у меня кабинетик получился. Здесь компьютерный стол стоит. Очень даже уютно и мило получилось. Мне эта, конечно, полка очень нравится. Очень так выглядит, знаете, эстетично. Не люблю металлические полки, так как они совсем не создают уюта, а смотрятся как в магазине. Здесь я поставила на верхнюю полочку растения. Здесь у меня трахилоспермум. Я хочу, чтобы, видите, у него усы, заплетаю вот в эту решетку. Я хочу, чтобы они потом зеленью обвили, и будет очень хорошо. Здесь света достаточно. Но сейчас уже на улице темно, конечно. Но ничего, скоро день уже будет прибавляться. Все равно дело к весне пойдет, и там будет солнышко. Ну, получился, конечно, не дом, а просто оранжерея. Я просто по-другому не могу сказать, потому что, видите, такой проход. Все в растениях. Растения разрослись. Смотрится, конечно, вообще классно. Даже если кто-то приходит в гости, конечно, все восхищаются. Гордения моя. Вот видите, какой куст. Она на полу стоит. Здесь вот и тоже очень хорошо. Здесь и света ей хватает. Ну и здесь у меня дэши стоят, алоказия. Кроссандра, абутилон. Как переехал на новое место, сразу распустились у него цветочки. Красавчик мой. Монстерка моя, варигаточка, тоже чувствует себя хорошо.
у нее уже раскручивается еще один листик. Я уже думаю, поди, этот уже точно резной будет. И листик такой, прям смотрите какой, больше, чем моя ладонь, вообще большой. Здесь моя королевская стрелиция. Я ее, кстати, перевалила, но не стала уж снимать видео. Пересадка такая сложная была, потому что сейчас вот она так выглядит. Пришлось стричь горшок. У нее повылазили корни, конечно, и они стали утолщаться. И, в общем, пришлось по этим дренажным отверстиям прям разрезать горшок аккуратно. Ну, в общем, аккуратно я ее, в принципе, перевалила. И она прям себя, знаете, я прям вижу, ей нравится. Ей нравится, она растопырила листья. Очень. Мне нравится. Даже вот вообще классно. Ну, надеюсь, она у меня зацветет. Будет вообще красоткой. Ну, здесь у меня одешки. Весной поменяю им горшочки. Не очень мне нравятся, конечно, эти горшки. Совсем не подходят. Ну, пока так вот. Ну, здесь у меня бугенвилли. Тоже на полочке стоят. Тоже цветут некоторые. Бугенвилия, мне кажется, она вообще такая, знаете, неприхотливая. Ей главное, чтобы свет хорошо падал. И солнцем. И она будет цвести постоянно. И посмотрите на окне у меня. Какая красота. Какая красивая. Расцвела. Просто глаз не оторвать. Ну, здесь у меня осталось без изменений. У меня также здесь такая вот мягкая зона. Зона отдыха, и сверху моя полочка, на которой стоят бугенвиллии. И как вы видите, продолжается цветение, но без остановки. Это моя баттерфляй, красотка. Вот такая зона отдыха у меня получилась. Ну а с этой стороны у меня тоже здесь патифилумы стоят. И гигантский мой папоротник. Посмотрите, он в этом году просто с ума сошел. Если в том году он зимой немного как-то все равно где-то засушивал какие-то листочки, а в этом году его просто прет. Представляете, что будет к весне? Они же весну чувствуют. То есть он вообще занимает столько места. Ну, красиво смотрится, очень красиво. Ну, сами видите. Вот такая зеленая у меня стенка получилась. Вот такие джунгли. Больше никак не могу их назвать. Да, и замик тоже переехал у меня. Но мне пришлось его подвязать, потому что очень ветки, очень раскидистые. И вот пришлось его там перевязать. И у него еще там, посмотрите, сколько, видите, вот появляются листики свежие. Вот еще, там вот тоже. В общем, все хорошо. И директор оранжереи передает всем привет. Скоро у директора появится заместитель. Он уже выехал из Москвы. Сегодня его в 5 утра будем встречать. Ну как адаптируется заместитель, я, конечно же, вас познакомлю с ним. Вот директор ему, видите, какой домик уже прикупил. Ждет его, ждет.
Охраняет теперь домик его. Ну, вот такие события в моей оранжерее произошли. Увидимся в следующем видео.